вагона того времени. Вагон, кстати, третьего класса, тут можно сверху заглянуть, что даже в то время в вагоне поправка на то, что стеканетный даже и паровозик, интересная модель, чем он еще на деревянном пути. Нет, император, конечно, не ездил в вагоне третьего класса. Императорская семья из Кавказа, там есть такое путешествие было в одной из